Солнце за окном светит с каждым днем все ярче, природа пробуждается от зимнего сна, а вместе с ней просыпаются и клещи. Ежегодно в Сарове фиксируют от 300 до 500 случаев присасывания клещей. В прошедшем году этот показатель снизился примерно на 50%, поскольку пик их активности пришелся на период самоизоляции. Основная мера профилактики от укусов – правильно подобранная одежда. Одеться правильно, одежда должна быть светлых тонов, однотонные, чтобы лучше заметить клеща. Манжеты рубашки должны быть плотно прижаты к телу. Штанины брюк заправлены в носки или сапоги. Необходимо также иметь головной убор. Лучше всего капюшон. В период активности иксодовых клещей опасности подвержены и наши четвероногие друзья. Их укус может вызвать такое коварное заболевание, как пироплазмоз или бабезиоз. Ему подвержены собаки всех пород и возрастов. Оно характеризуется отдельными симптомами. Так, например, поднимается температура тела у животных до 40-41 градуса, меняется цвет слизистых оболочек, меняется цвет мочи на бурый, даже цвет темного пива, отказ от еды, слабость, вялость животного. Животные могут испытывать дискомфорт, они может даже наблюдаться рвота. В случае обнаружения подобных симптомов у своего питомца, специалисты рекомендуют обратиться к врачу и сделать экспресс-анализ крови. В клинике «Свой доктор» для этой процедуры используют гематологический анализатор. Пироплазмоз может негативно сказаться на работе печени, почек, сердца и даже привести к летальному исходу. Защитить своих любимцев можно. Для этого нужна профилактическая обработка от эксодовых клещей. Есть таблетки, есть капли, есть ошейники. Данные препараты имеют свой срок действия. Есть условия обработки данных препаратов. Они подходят на определенный возраст, на определенный вес животного, на определенную породу. Для того, чтобы выбрать данный препарат, можно обратиться за консультацией к ветеринарному врачу. Важно не только выбрать эффективный профилактический препарат для своего питомца, но и правильно его использовать, иначе он может не подействовать. За консультацией по вопросу защиты своего любимца от эксодовых клещей можно обратиться в клинику «Свой доктор» по телефону 37901. Андрей Краснов, Евгения Шевцова, Александр Мальков, служба новостей Саров 24.